Приморье готовится к новому циклону, который придет в регион уже завтра. Губернатор края в ходе оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации поручил сконцентрировать дорожную технику и спасателей в наиболее подверженных стихии районах. Уважаемые главы, сегодня все работают на местах, все остаются на своих территориях, особенно там, где прошли большие ливневые дожди сейчас по территории края. Принимайте все меры для ликвидации последствий, контроля за ситуацией, своевременно, если необходимо, помещайте людей, проводите эвакуационные мероприятия. Завтра с утра, сегодня распределите силы и средства по восстановлению. Напомним, с 15 августа в Приморье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.